600 граммов. На его счету 18 побед и одно поражение. Боксер из России Рахим Машина Чахниев. Рахим, please. Remember what I said in dressing room. No rabbit punch, no pelare alla nuca. Attenzione alla cabeza, watch your head, no golpeare a baco, no low blow. Okay, share confidence. Suerte, good luck. Thank you.
Warren. Hier weg. Stopp, stopp. Ist der Ding hier weg? Руки подними. А тут где-то, дядя,
Четвертый раунд. Левую подними выше. Выше на лекеда, дядя. Я на лекеда. Сюда маму.
Пятый раунд. Выше руки. Все, не выпускай с угла, не надо. Без челнока. Руки выше, руки. Повнимательнее. Поддавливай его, ты первым номером работаешь. Выше руки, левую на место. Руки выше. Отходи с удара. По результатам четырех раундов судья А. Чехиев 39, Сельгадо 38. Судья Б. 39-37. Судья Си. 39-37. Руки! 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 Руки
Métale un gancho potente, está aquí. Potente, Juan, tú, un hombre. Tú quieres. Ahí él no tiene porque se está. Porque llegaste desde aquí. Mantelo a la distancia. Llevo yo que está ahí. Раунд. Левую руку вместе держи, правую подними тоже. Левая начинает так, левая разрез. Поиграй на ногах. Левую повыше, Рахим, левую. Левую руку повыше подними, под правую встал. Работай передней рукой. Работай. Поддавливай, поддавливай его, не иди по прямой назад. А что тебе дать? Я тебе дать. Yeah.
седьмой раунд. Восьмой раунд. Fuera, que no te atrás, cambia pierna.
Девятый раунд. Очки по результатам 8 раундов. Судья А. Чехкеев 77, Сильгадо 76. Судья Б. 77-75. Судья С. 78-74.
Максируй, максируй. Руки выше подними. Передней рукой работай больше. Все, мы ждем. Не подкупайся. Руки выше, левую подними. Десятый раунд. Первым номером работаешь. На передней руке держи его. Вот, вот так выдавливай его. Руки выше, левую подними. Хорошо. Он начинает. Да. Догоняй его в угол, Раким. Дай прямые легкие удары. И все, пока не надо ничего. Не выдумывай, не акцентируй. Руки левую подними, подавливай сам, вот, 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 подавливай, вот, на ногах поработай. Хорошо. Катя, чтобы подвинуть, а мы умой его кушать, Катя. Последняя твоя, давай, 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 поджимай, поджимай, аккуратненько, не цели. Не отпускай его из угла! Поджимай, не стой по прямой, поджимай, вот, лучше поджимай его, заходи сбоку. Подготовь свою левую руку прямо в разрез. Легкие, легкие. Кидай, кидай. Работай передней рукой побольше. Вот, 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 вот. Thank you.
11 раунд. Передняя рука побольше. Не надо никаких там здорований. Бей его и все. Выше левую. Поджимай руки. Вот. У него руки опустились уже, поджимай. Вот, подергай, вот. Влево, вверху доставай. Он влево уходит, влево доставай. Двенадцатый раунд.
Вера, 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 Вера. Прекрасно. Давай он боксирует. Тихо, тихо, все, стоп. Все, все, все. Ошибки прекрасно, есть, будем нормально разбирать позже. Все. Una pelea, Santander, con la pelea. Я думаю, ты его там Итак, дамы и господа, решение судей таково. Судья из Черногории. Судья из Черногории, Предрак Алексич. 117-111. Эсса Лехтосаари, Финляндия. 117-112. Алехандро Рочин, Мексика. 118-110. Решением судей победа присуждается боксеру из России Рахиму Чахкиеву. Пояс вручает супервайзер боя Марина Милованова. Итак, дамы и господа, пояс чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе достается Рахиму Чахкиеву, Россия! Давай ему тебе провести. Не надо, не надо. Останьтесь на вашем стороне.